Всем привет, девочки мои! Наконец-то долгожданная посылочка из Василька. И мне уже не терпится открыть ее и посмотреть. Вам тоже, да? Ну, давайте откроем и посмотрим, что у нас там. Почему такой большой мешок? А я знаю, почему. Я знаю, что там лежит. О! О! Достану я сейчас или не достану сразу все это, а? Посмотрим сейчас. Откроем побольше вот так вот. Опа! Ой-ой-ой-ой! Ой, люблю посылочки получать. Класс! Так, ну открываем. Ой, да запаковано, как здорово тут все. Я там кое-что заказала, то, что хотела давно, но не было в наличии моего размера. Теперь я получила эту вещь. Так, вытряхиваем. Все, обыстрому вот так. О, самое первое, самое главное, это... Подушка, девочки, вот такая вот классная. Сейчас мы с нее и начнем. Самое главное, такой чехольчик классный. Ну, это не самое главное, но, кстати говоря, подушку такую даже не стыдно подарить на подарок, да? Я, кстати говоря, вот такие чехлы, я их сохраняю потом. И потом вот если я на лето убираю там одеяло или что-то там, может, подушку какую-то, одеяло, покрывало, я зачехляю потом такие вот чехлы. Даже в такой чехол можно куртку зачехлить. Вот моя подушечка. Любимая моя. Подушку я такую уже заказывала. У меня такая подушка была. Это пух-перо. Премиального класса подушка. Она самая дорогая там вот была. Но она такая классная, девочки. Я на подушке первый раз я такую подушку взяла. Наверное, может быть, уже год я пользуюсь такой подушкой. И она мне так нравится. Она такая классная. Во-первых, она легко вот так взбивается. Она очень такая вот, ну, как бы воздушная такая. Ну, такая мягкая, такая она нежная. Просто мне нравится. Девочки, цену я буду писать вверху, чтобы сейчас на цену не отвлекаться. Что у нас тут за бирочка? Так, написано размер 50/68. Ну, это 50/70, да? Ткань верха 100% хлопок. Наполнитель полупуховый первой категории. Так, а с другой стороны что написано? Так. Ой. Масса наполнительна 1 килограмм. Запятая и 10 грамм. В общем, больше килограмма, чуть больше килограмма. Так, сделано в России. Больше информации тут такой особо нет никакой. Ну, пух-перо обычно, по-моему, по стандартному делают, насколько я так вот помню, там обычно 70 перо, да, 30 пух, ну, примерно так делают. И я здесь вот не вижу, может быть, в накладной будет информация, но вряд ли. Здесь я не вижу. Но я уже чувствую, что у нее набивка очень такая вот прям хорошая. Не сильная и не слабая. То, что нужно. Вот эта вот подушечка прям прелесть. Вот. Ну, у меня такие две подушки. Я потом брала еще вторую. И сейчас мне нужна третья, чтобы была и Настя. Потому что мы с Настей, когда лежим, телевизор смотрим. Я на двух подушках привыкла лежать повыше. А Настюшке нужна еще одна подушечка. Вот. Ну, это класс. Класс. Я обожаю ее, такая она мелкая, такая классная, так и хочется ее потискать. И прям чувствуется хлопок сверху. Но она здоровская. Thank you.
А дальше у меня тут вещички. Вот. Сейчас будем смотреть, что тут у меня есть хорошего. Ну, из большого, то, что я вижу, это толстовка. Толстовка. Сейчас я вам скажу. Черную специально заказала я. 54 размер, толстовка женская, Арктика. Так, артикул 0077314. Давайте мы ее рассмотрим сейчас. Вот такая тепленькая. Почему заказала черный цвет? Я даже когда пальто зимнее выбирала, черный вообще не рассматривала. Ну, как бы это не мой цвет. Но уже купила, в конце концов, пальто, которое мне соответствует всем моим потребностям. И там все-таки симпатичное. И черный цвет. Ну, иногда вот хочется, чтобы здесь еще какая-то теплая кофта была. Ну, черная, потому что у меня там сиреневая, еще какого-то цвета голубая есть. Захотела, чтобы было еще что-то теплое черное. И вот я смотрю, толстовочка вот такая вот, она прямо классная. Она здесь футер трехнитка и с начесом. Ой, я прям смотрю, она такая теплая-теплая. Вот. Ну, она с капюшоном. Без капюшона такой не было моего размера. Я взяла с капюшоном, я думаю, ничего страшного. Капюшон тоже не помешает. Вот такая вот она хорошенькая. Вот она сверху, снизу. Манжетик здесь идет на рукаве. Манжетик идет внизу. Карманов, карманы есть. О, карманчики есть даже. Ее можно отдельно, можно и с курткой, с чем угодно носить. Вот. Ну и все. Она без всяких принтов. Она такая вот классическая черная толстовочка. Капюшончик. Он тоже с начесиком. На капюшончике есть веревочки затянуть. Кстати говоря, вот если прям будет метель, можно будет и капюшон еще сверху надеть. И капюшон один, и капюшон другой. Вот. И рукав, смотрите, как сделан. Рукав вот такой. Вот, видите? Вот такая пройма. Но я вижу, что это оверсайз, но все равно 54 размер беру, потому что все равно я очень плохо себя чувствую, когда у меня стесняет движение что-то где-то, хоть как-то. Вот мне надо, чтобы была просторная и вот такая классная. Вот. Так, что тут у нас? Информацию я уже посмотрела, здесь больше ничего я вам не скажу, да. В общем, надо мерить, все, померяем, да. Дальше что у нас? Дальше у нас вот такая милота. Милота. Видите цвет? Я люблю такой цвет. Он мне прям милоту такую мне прям напоминает. Это у меня пижамка, девочки. 56 размер. Я беру на как сказать, на размер больше, на два размера больше пижамка. Особенно эта вещь, вот в которой, если там ходить, спать в ней, чтобы она вообще нигде не давила, чтобы она прям вот висела. Прям висела. Люблю так. Вот. И взяла вот такая расцветочка. Я смотрю, штанишки голубенькие, а сама по себе верх это такой розовенький. Вот это, кстати, тоже костюмчик. Тоже брала в Васильке. Все, давайте откроем и посмотрим, что у нас тут хорошего лежит. А? Ой, какая прелесть, какая прелесть. А, вот смотрите, я пижамку взяла. Обычно всегда брала пижаму я с длинными рукавами. А тут решила, думаю, возьму-ка я пижаму. У меня что-то жарко в последнее время. Возьму я просто с коротким рукавом пижамку.
Вот она такая вот просторненькая. И тут такой вот принтик зачата в кружечке. Просторная, я вижу, широкая. Хорошо, это классно. Всегда, когда выбираю себе вещи, туники или пижамы, я смотрю, чтобы здесь вот была пройма, ну, как мне удобно, чтобы она не под самое горло была, не сильно там, а вот как раз вот такой средний такой вырез, разрез. Ну, и вот коротенький рукав. Это 100% хлопок, кулирочка, трикотаж. Очень люблю эту ткань, обожаю просто. И вот штанишечки. Просторная резинка, что для меня очень важно, чтобы резинка ни в коем случае мне не давила. И тоже вот такие на голубом беленькие зачатки. Вот такие вот штанишки. Вот они прямые идут вниз. Тоже трикотаж, 100%, кулирочка, мягкие, классные. Ну и взяла, видите, чтобы они прям тоже были просторненько на мне, чтобы вот так вот балахончиком висели. Люблю балахончики. Ой, люблю вот эти еще расцветочки, голубенькие, розовенькие. И тут я смотрю такое сочетание, то, что мне нравится как раз. Классно, классно. Классная пижамка вообще, здоровская. Надо тоже померить, посмотреть, как она на мне сидит. Но я думаю, это то, что нужно. Я вижу уже, что размер вот такой, классный. Посадка здесь низкая, ну, то есть высокая резиночка. Не будет она мне здесь мала. Не люблю тоже, когда низкая посадка на пижаме. Она там не должна быть низкой. Вот, вот такая вот классная вещь. Мерим. Еще взяла халатик. Люблю халатики менять. Особенно, когда снимаю, чтобы в разных халатиках было. Тоже такой приятный вот цвет. Я не знаю, это сухая роза, да, по-моему, расцветочка. Халатик 54 размера. Так, раскроем, посмотрим. Вот, тоже люблю халатики вот таким вот образом выбирать. Видите, чтобы молния была и чтобы она была не до сюда. Вот, но здесь мне нравится то, что здесь вот это обшито как раз декоративно, красиво. Короткий рукав, тоже у меня жарко в комнате. Вот коротенький рукав, тоже он вот так вот, вот обшит. Что у нас дальше? Дальше есть карманы, вот такие классные. И вот молния идет. Молния идет хорошо от низа. Вот именно так. Они вот не отсюда. То, что я люблю. Как раз вот прям вот мне прям вот угодили. Классный халатик. Тоже можно так утречком раз накинула и снимай себе на здоровье. Да? Хорошенькая расцветочка. Мне кажется, такая расцветка мне идет. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Тоже это кулирочка. 100% хлопок. Что у нас тут на бирочке написано? DX-746, это модель. Хлопок 100%. Сейчас я посмотрю, что тут написано у нас. Здесь я плохо разглядела. DXT-46. 54 размер. А пижаму я вам не сказала. Это модель T-GP. 024. Зайцы в кармашке называется пижамка. Ой, ну красота. Тоже надо померить, покрутиться, показать вам. Мне нравится уже.
Еще, девочки, я заказала то, что я вам говорю, то, что я ждала. Вот эту вот вещицу. Вишенка на торте. Сейчас вы узнаете, почему. Не было моего размера. Как-то я еще, не знаю, летом или начало осени хотела заказать. Моего размера, к сожалению, не было. А сейчас я увидела, мой размер есть. Думаю, закажу. Как говорится, сани готовьте летом, да? И к лету готовьтесь зимой. Вот. Это у меня пляжная туника. Так как у меня... она еще бывает сухой розы цвет, по-моему. Я заказала голубую, потому что у меня купальник синий. И вот эта вот красота, милота будет теперь у меня сверху купальничка, чтобы закрывать все мои прелести. Вот такая вот она. Ой, нежная-нежная такая. Ткань тоненькая, хорошая. Вот этот классный цвет вообще я очень-очень люблю. Да, если бы купальник была возможность у меня, вот если бы я встретила такого цвета, я бы обязательно купальник себе такого цвета взяла бы. Только теперь я беру купальник закрытый, потому что уже, как говорится, возраст. И фигура, соответственно. В общем, классный такой вот такой халатик, как туничка или что это называется. Вот так вот он запахом идет. Тут прошито с боков. Тут есть вот дырочки. И вот такой вот пояс. Туда можно его вдеть. И, в общем-то, покрутиться. Так, ну что у нас тут написано? Сейчас посмотрим. Написано: пляжная туника Т-311. Светло-голубой цвет. Размер 52-54. Шифон, ткань. Все. Туника. Это шифон. Ну, обычно я для тела люблю хлопок, но это не домашняя вещь, это такая декоративная накидка, поэтому шифон как раз то, что нужно, чтобы в жару вот так накинула, прикрылась вот так вот, и все. Надо померить на купальник, я не знаю, получится, не получится, но сейчас будет вишенка на торте, девочки. Ну и взяла я наволочку декоративную на подушечку 45x45. Это новогодняя тематика. Декоративная наволочка на молнии «Семья снегирей» называется. Артикул здесь у нас 0078-259. Ну давайте мы ее посмотрим. Вот такая наволочка. Я решила, раз уж Новый год на носу у нас, пусть у меня будет такая вот наволочка новогодняя. Такую подушечку где-нибудь вот тут положу в своем уголке. Скоро буду елочку наряжать. Елочка будет у меня здесь и где-нибудь вот эту подушечку. Вот такие вот снегири. Вокруг снежинки. В общем, красота. Красота. Так, что у нас тут? А, ткань — это рогожка. Кажется, рогожка. Ну, очень такая вот она как раз жесткая ткань. Для нее, на ней спать, может быть, не очень комфортно будет, но для декорации как раз вот она то, что нужно. Декоративная такая вот. С одной стороны она, и с другой стороны она одинаковая. И она здесь вот закрывается на молнию. Это очень здорово. Очень здорово, очень удобно. Вот. Все. Сейчас я надену на подушечку. Посмотрим, да? Thank you.
Ну вот и все, мои хорошие. Все свои покупочки, обновочки я вам показала. Все мне очень нравится, всем я очень довольна. Ссылочку на Василек я оставлю внизу в описании. Проходите по ссылочке, обязательно что-нибудь себе найдете. Цены очень лояльные, цены мне нравятся. Много вещей, одежды из натуральных тканей, хлопок, кулирка, но есть и другие ткани. Ну и на сайте там также есть одежда, и помимо того, что для женщины, и для детей, и для мужчин, и постельное белье, полотенчики и много-много еще и другого. Наволочки декоративные, постельные принадлежности. В общем, заходите, посмотрите, цены вас приятно удивят. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии и до новых встреч. Всем пока-пока!